Привет всем любителям видеоигр, с вами Илья, и вы на канале Малой Гейм. Мы продолжаем играть в игру под названием Проект Солус. Если кто смотрел предыдущее видео, мы активировали какую-то шнягу, короче, какой-то громоотвод или что. Получается, в него ударила молния, и у нас все заработало. Упали с неба какие-то... Давай сразу сохранимся. Какие-то шарики. Да, вот, все, мы вышли на поверхность. Чего мы и ждали. Ага. О, соединение установлено какое-то. Вызываю все корабли проекта Солос. Меня кто-нибудь слышит? На Дине вышла из строя еще одна катушка двигателя. Экипаж в ярости. Атака паразитов на Имита оставила лабораторию. Чего-то там так. У нас не хватает воды. Нечем охлаждать двигатели. Спикер, что-то на английском. Прошло 15 лет, нам пора где-нибудь обосноваться. Вы там слышите меня? Я не думаю, что у них получилось. Что, и все? Все, ладно. Идем к точке назначения. Слушай. Охереть. Охереть. О, подожди. Сука, хуйня какая-то летает. Подожди, иди нахуй. Подожди, ты видел, да, что-то там летает? Я не знаю, убьет нас эта херня или нет. Но лучше давай сохранимся. Вот она, сохранялочка. Нам нужно найти путь назад, да? Давай. Тепло, тепло. Давай, просто будем идти отсюда. Просто уходим и все. А, она улетела! Она улетела, вон она. Так, ладно. Смотри, почему она у нас вот так вот. Почему-то нам, не знаю, это как-либо предупреждает нас о чем-то или чем. Ну, блин, ну вот это вообще жестяк, конечно. Так, ладно, ребят, подожди. Нам надо куда-то наверх. Радиомаяк. Так, все, я примерно сообразил, где мы. Короче, нам надо наверх. Давай, бери эту шнягу. Хотя бы таким образом. Сейчас поднимемся. В смысле? Вот, все нормально. Так. Нет, ты посмотри, что тут только нету. Короче, вон еще как что-то появилось. Я не знаю, будет оно нас убивать или нет. Но, короче, как я понял, тут вообще остерегаться надо практически всего. Все мы детали нашли, нет? Сколько еще 5 запчастей надо? Источник энергии один, да? Подожди, а где эта штука? Подожди, подожди, здесь была только что штучка летающая. Куда она делась?
Короче, ладно, у нас есть точка назначения. Все, пошли туда. Опять вниз. Подожди. Слушай, а мы, может, в эту штуку можем попасть как-то? Вот, через верх. Может, она сверху не закрыта? Ну-ка, подожди. Попробовать вот так как-то. О, все, я зашарил. Я зашарил. Почему я раньше этого не сделал? Ты, короче, смотри, что-то набрал тут. Взял что-то я. Стойкость к чему-то там. Доспехи, короче, какие-то нашел. Тут что у нас написано? Блять. Так, принесенный посланниками небесными, сотворен из металла он был. Истории о доме своем в лугах голубых он принес. Сам погубил он себя. Вот как. Сейчас, минуточку. Так, все понятно, ладно. А теперь нам отсюда надо как-то выйти, да? Так, таким же образом, как я понимаю, да? Так, давай вот так сюда встанем. Нет. Чё ты, блядь? Что-то происходит, блять, я не могу понять, чё, в чем дело. А, подожди, чуть надо этот. Что ты тупишь, блять? Ты чё, в присядку ходишь или что, не пойму. Нет, все нормально. Вот так вот. Ай, блять. Ну ладно, 8% это в принципе немного. Так. Ну все, пойдем теперь к точке назначения. Где она у нас? Нам что, опять туда? Ага. Ой, блядь, не знаю, что из этого сейчас выйдет. Нет, ты опускайся, опускайся. Не выпендривайся. Так. Новая точка назначения. А выяснить, куда ведет пещера. Ой, блядь, что же он такой неугомонный? Я бы вот отвечаю. Чтобы просто нашел бы какой-нибудь способ свалить отсюда нахер и все. Я уже очкую, отвечаю вот от этих. Вы покидаете область. Ну, понятное дело, покидаем. Давай. Сейчас посмотрим, что нас ждет. Ну, что могу сказать касаемо игры. Вот с того момента, как мы активировали вот эту штуковину, она стала сложнее. То есть всевозможные хернюшки нас начинают убивать. То там, допустим, погода, да, вот была вообще жопная. У нас там то молнией убьет, то еще что-нибудь. Вот. Ну, сейчас посмотрим. То есть, по идее, как я понимаю, сейчас все абсолютно ловушки, какие есть в игре, они должны быть активированы. То есть, мы включили питание, тем самым сами себе усугубили ситуацию. Как обычно, долгая загрузка. Очень долгая загрузка. Ну, блин, я думал, все уже, короче, начинается игра. Нет, оказывается. Дальше идет. Угу. Так. Что за звуки? В этой пещере, насколько я знаю, мы еще, по-моему, не были. Она
была закрытая у нас. Так, нам, короче, бы попить, нам, короче, бы покушать. Ловушек я пока вроде никаких ничего не вижу. Так, что это? 5 артефактов. 5 реликвий, короче, тут у нас какие-то должны быть. Что это? Каналы утопленников. Вот что это? Это у нас каналы утопленников. А, короче, самое вот что мне здесь не понравилось, это, ну, это эти, как они? О, есть еда. Облака, вот эти шипастые, вот они меня прям раздражают. Подожди, давай попьем. Это что у нас, пустая? Открытая банка? Так. Давай зажгем, пусть горят на всякий случай. Смотри, там что-то двигается, там что-то есть. И мне как-то, блять. Давай посмотрим. Еда. О, вода. Давай наберем бутылки сразу. Так, что-то вот сюда нам. Я не знаю сейчас, что там, я вот честно очкую. Что-то есть. Как я понимаю, выяснить, куда ведет пещера. Ну вот. Как я понимаю, нам, короче, это надо каким-то образом открыть. Давай. Давай посмотрим, что у нас тут где есть. Возможно, где-то может быть плита нажимная. Как обычно, это что здесь, ну, как бы часто не бывает. Да нет, здесь вроде все ровно. Ничего нет. А, че я парюсь? У меня же есть это билиберда моя. Вот это. Че на? Че, мы так не можем, да? Как-то так. Так, подожди. Он должен как-то туда улететь, отвечаю. Его бы как-то подвинуть мы можем. Так, ладно. Нам нужен свет. Давай будем думать, да? Вот, что-то есть. Но как это нам открыть? Я что-то, подожди, не могу встегнуть. Давай посмотрим сверху, может там что-то увидим. Сука, заебал, блядь. Да.
Давай отойдем подальше. Да и... Не упало? Нет, давай, нормально. Что мы имеем? Честно, что-то ничего не понятно пока. Ну ладно, ну здесь, ну... Давай, пойдем дальше. Чуть дальше. Так. Я не понял, что-то где-то открылось? Непонятно. Ладно. Давай попробуем дальше пройти. Ну вот, ладно. Ну и чё, ну здесь я. К примеру, да? Ну и что мне тут надо? Ни хрена мне тут не надо, да, как я понимаю? Так, подожди, давай проверим, двигаются они. Короче, какие-то звуки непонятные есть. Но я не знаю, откуда они идут, да? Эти штуки не двигаются никоим образом. Это опять, как всегда, какие-то головоломки, да, у нас? Эта штука как-то должна открываться. А как? Может, сюда куда-то воду надо налить? Нет. О! Что-то нашел. Оказывается. Я что-то дернул, а что толку-то? Смотри, что-то я нашел, да? Вот книженцу вот одной. Опа! Значит, здесь, короче, еще надо такие книжки искать. Вот оно в чем. Че, фишка-то какая, да, была? Давай, ладно, сначала эту сторону пройдем, посмотрим. Так, вот-вот-вот еще одна. Еще не, пока не понимаю, что я тут делаю, ну да ладно. Ищу выход, это ясно, да? Здесь нету. Вот еще. О, нашел. Точка назначения достигнута. Выясните, куда ведет. По дороге. Чего-то там. Что это у нас? А, каналы утопленников 2, да? Вижу что-то, вижу. Давай повернем. О, это, кстати, это открылась та штучка. По-любому это открылась она сейчас. Да, она открылась. Давай посмотрим, что тут есть.
Вроде все тихо. Так, здесь, скорее всего, у нас секретная пещера, предназначена для опытных исследователей. Давай пока туда не пойдем. Пока будем двигаться по сюжету. Давай, выплевывай его туда. Так, подожди, маяк есть у нас? Маяк. Блять, маяка нет. Вот сейчас бы нам маячок сюда бросить. Да, звуки, конечно, настораживают. Причем конкретно настораживают. Что у нас тут? Так, 21 год после исхода. Поможем мы посланникам небесным создать второй инструмент, новую сферу великой силы. Будет он использовать тени из-под недремлющего мира и подчинять их нашей воле. Вот как оно. Вот как оно все тут. Так, подожди. У нас там ничего такого. Нет. Подожди, давай сбегаем, попьем и покушаем. Вон у нас все иссякло уже. А у нас тут и вода, и жрачка есть. Жрачка, по-моему, там этаж. Так, давай. Давай, кушай. Еще хочешь? Ну, покушай еще. Все нормально, калории в норме. Давай сейчас попьем. И все, и валим отсюда. Давай еще. Все. Так, мы напились. Пошли отсюда. Давай, берем с собой пакелок и поперли. Давай, короче, поспим. Блять, ну мы сейчас поспим, опять надо будет есть, опять надо будет пить. Чё-то я об этом не подумал. Ну да ладно. Просто пока есть возможность поспать, я думаю, нужно это сделать. А подожди, слушай, давай мы сделаем так. Так, мы можем еще 10 поспать, чтобы у нас общий запас был 20 часов. И 20 часов игрового времени, я думаю, этого нам будет просто предостаточно. Если что, сейчас покушаем, попьем и побежим дальше. В принципе, еда, вода у нас все есть с собой. Пусть немного, но есть. Так, давай. Сколько есть запас? 20 часов? Или какой-то есть максимальный порог у нас? 20 часов. Нормально. Давай, пей. Может, у нас дегидрация чаще бывает, чем истощение. Все. И теперь идем дальше. Давай смотрим, что у нас есть тут. Подожди, это вот какие-то... по-моему, бомбы они выкидывают вверх. Что-то там опять. Короче, опять поймали какой-то непонятный сигнал. Вот, но ту пещеру нам по-любому надо будет потом исследовать. С нами точно кто-то общается. Это, как я понимаю, что, лава раскаленная какая-то? В принципе, светло, да? Давай, ладно. Здесь уже не светло, ни хрена. Зажгем. Так, что у нас? Каналы утопленников 3. Ой. Уровень радиации опасный. А, здесь у нас радиация уже. Ох, твою мать! Чё это было?
Чё это было? Я вообще не понял, короче. Сейчас, ладно, сейчас загрузимся. Посмотрим, где мы будем. Будем мы, по-моему, не особо далеко. Должен быть, в принципе, где-то рядышком, по-моему. Да, вот мы же там поспали, в принципе. Ну, сейчас добежим. И, короче, перед этим... перед этой пещеркой, наверное, еще раз поспим часок просто. Для того, чтобы сохраниться. Жалко, что в игре нет просто функции сохраняться. Ну, так, допустим, в менюшке вышел, сохранился, было бы лучше. А то так, нам приходится обязательно поспать. Ну, ты что так долго грузишься, а? Алло, Боля, давай быстрей. Опять же, думал, уже началась игра. Вот, теперь началась. Все, давай. У нас все, короче, все ровно. Так, отсюда сразу, здесь сразу мимо, 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 мимо. Все, проходим, проходим. Так, это понятно, сейчас опять сигнал. Давай, попей. Все нормально. Чтобы у нас не было угрозы истощения, мы можем покушать и выбросить ее. Да, вот мы поймали чей-то сигнал, но я, допустим, я пока вообще не встёгиваю, что это может быть. Давай. Зажжём. Давай. Откроем. И поспим. Я вот, короче, у меня еще предположение, что вот та штука взорвалась из-за того, что у нас в руках был факел. Возможно, она как бы загорелась, типа сдетонировала. Что-то в этом роде. Давай, берем с собой фонарик. А может быть просто. Ага, все. Нам просто нужно быстрее пробежать. Все, я понял. Все, нормально же. О, все, сохранились. Короче, надо было быстро бежать и без огня. О, смотри. Та, бля, как приближать-то? Тут была же функция, по-моему, приблизить. Можно как-то приблизить хочу. Хочу, сука, приблизить. Там кто-то есть. Ну-ка, подожди-ка, дай-ка в настройках посмотрю. Честно, не помню. Так, управление. Точка. Назад, вправо. Ага. Действие бросить инвентарь, статус. Приглядеться. Центральная получается. Давай мы поставим ее. Ну, что у нас на Т400? А, это Т-телепорт. Нахрен. Какую клавишу? Ну вот. Центральная. Я хочу центральную клавишу. Давай Alt поставим, да и все. Все, продолжить. Смотри. О. Смотри, там стоит человек. Может, ну, может не человек, но... Ой, что я нажал, что я нажал? О, подожди. Я, короче, нечаянно свернул игру. Давай. Опаньки, новая точка назначения, продолжать преследовать шар. Все. Ты видел, тот ушел, короче, шар за ним полетел. Не, ты видел, да? Каналы утопленников 4 у нас уже. Бля, тут что, тоже полным-полно ловушек, наверное? Или нет? Вообще непонятно, что.
что-то тут. Давай посмотрим. Так, мы больше не можем доверять посланникам небесным. Мы должны спасти себя. Мы должны ударить первыми. А мы с Дакто придумали план. Ежели возьмем мы шар из великой мельницы, то однажды сможем обратить его против них. Я расскажу Таварсе. Они что, в смысле, на меня смотрят? Да, они в натуре на меня смотрят, смотри. А, ладно, хуй с тобой, золотая рыбка. А, ладно, я их уже не боюсь, они уже меня пугали. Особенно сильно это удалось тем куколкам. Там я вот, честно, аж, блядь, запаниковал. Подожди, а куда нам надо-то? Каким образом я могу продолжать преследовать шар? Короче, мне куда-то вон туда, да? Давай-ка мы-ка. Посмотрим, что мы имеем тут. Все, давай, давай, идем сюда. А все, для чего нам как бы и нужен телепорт? Же, там что-то лежит. Давай глянем. Может, там какой-нибудь артефакт? Хрена лысого, это не артефакт. Ладно. Все, давай. Все, мы где-то тут забраться могли, что ли? А, да, вон, оказывается, лестница была. Да ладно. Давай. Зажгем свечку. Я не знаю, может, это надо зажигать специально, может, нет. Каналы утопленников 5. А, нас вроде пока никто не убивает. Вот он, шар. Ну тебя нахуй, вот серьезно. Хотя вот вроде ну тебя нахуй, я за ним сам иду, да? Ой, блядь. Давай посмотрим, может здесь есть артефакты какие-то где-то. Это как бы, ну, как бы вероятно. Так, понятно. Здесь что, нет ничего? Золото это или что? Ага. Понятно. Что ничего не понятно? Ну давай мне что-нибудь уже дай, какой-нибудь наворот конкретно. Тоже загорись. Где-то что-то, блядь, открывается вечно. Где-то вон там был лагерь, ну да ладно. Нам, короче, не до лагеря сейчас. Вон там-то опять лагерь, да, сейчас впереди справа, да. Один лагерь. Два лагеря там. Давай, подымайся. Не, реально, очень прикольно сделано, как продумано все. Там тоже какая-то пещера, да? То есть, пещеры просто огромные. Реально огромный, то есть, ну, снаружи у нас нет таких больших пространств, как здесь, ну, серьезно. Так, мы, короче, рано пришли, нам нужен ключ. Давай, сохранимся.
Нам нужен ключ. Нам его нужно где-то найти. Хорошо. Хорошо. Будем искать ключ. У нас стандартная схема. Как обычно. Нужен то ключ, то еще что-нибудь надо найти. Там выхода нет, случай? Нету. Так. Вон там. Там проход, я не пойму, или не проход? Там проход. Давай, короче, наверх. И пойдем туда. Смотреть, что у нас там. Давай, только не говори, что это опять какой-то секретный туннель там. А, канал утопленников 6. Это не тающая музыка. Блять, можно в ту сторону, можно... Блин. Что-то сейчас будет, да? Блять. Музыка вот мне прям... Прям этот... А, нет. Ничего нету. Ну, нормально. Так. Ого. Куча мин. Мины вижу. Прям реально куча. Тут-то... Тут нет ничего. Давай. Да что ж ты так наебит, а? Дегидрация. На, попей. Честно, я очкую, блядь. Давай, наливай водицы. Как бы давай глянем, что есть здесь. За одним, да? Сейчас здесь. Все понятно, это просто обходной путь, видимо, был, да? Короче, музыка заск... Вот, сука! Ёб твою налево! А, сука, нихера не вижу! А, сука, рая! Под воду куда-нибудь, под воду, пожалуйста, под воду! Давай вот так. И все, нам пиздец, нам пиздец, нам однозначно пиздец. Или нет? Охереть. Что? Нахер, нахер, нахер. Давай, вылази, ёб твою, налево. О-о-о-о-о. Я, короче, блять, только что чуть жизнью не распрощался, да, получается? То есть, тут не все так сладко, как мне казалось. Угроза чего? А, холодно? Нормально, весь. Каналы утопленников 6, опять же. Да ты гонишь, здесь, блядь, такая жара, нахуй. О, на, грейся. Чё пиздишь, замерз? Чё, холодно до сих пор? Так, все нормально. Ах, твою мать!
Я их не заметил. Я их не заметил. Ой, блядь. Ладно, ребят, короче, на этом тогда заканчиваем. В следующей серии будем проходить дальше по тоннелю, посмотрим, что там есть еще. То есть, как я и говорил, сейчас игра становится все сложнее и сложнее, то есть намного больше становится всевозможных ловушек. Вот, то есть видели уже какого-то мужичка, опять же, погонимся за каким-то шаром непонятным. Вот, ребят, если понравилось видео, опять же, не забывайте поддерживать меня лайками, подписками. Делитесь видео с друзьями, пишите комментарии. Пока-пока.